Первоклассник, пешеход. Сотрудники журнала «Теле7» совместно с госавтоинспекцией напомнили детям о правилах дорожного движения. По словам полицейских, с началом учебного года возрастает количество дорожных происшествий с участием юных пешеходов. В рамках профилактической акции среди ребят из нескольких учебных заведений Волжского района провели блиц-опрос на знание ПДД. Подобные мероприятия специалисты проводят часто, но несмотря на усилия педагогов и правоохранительных органов, основную роль играют родители. Собственным примером показывая, как нужно вести себя на проезжей части. Когда родители вместе с ребенком переходят в неустановленном месте или где-то нарушают правила перехода на сигналы светофора, то есть не выполняют требования сигнала светофора, дети, соответственно, это все тоже воспринимают и в дальнейшем не могут также переходить уже без сопровождения взрослых, также нарушать правила дорожного движения.